У полицейских Алматинской области день открытых дверей. На центральной площади Талдыкорганы они организовали выставку вооружения, боевой экипировки, криминалистического оборудования, огнестрельного и холодного оружия. Особый интерес у зрителей вызвал робот, который ищет и обезвреживает взрывные устройства и средства маскировки. Показали горожанам и различную автотехнику. Машину для перевозки заключенных, передвижную полевую кухню, БТР, спецтранспорт «Тигр». За консультационными столами желающие могли получить юридическую помощь по различным вопросам. Кадровое подразделение ДВД развернуло агитационную деятельность для школьников и студентов колледжей, которые хотят поступить в учебные заведения внутренних органов или же служить в рядах полиции. Завершилась акция показательным выступлением бойцов спецподразделения «Орлан» и сотрудников кинологической службы. Мы демонстрируем эти техники, чтобы молодежь наших не совершали преступления. Если совершать преступление, любое преступление будет раскрыто. И может любой подходить, спросить и может консультироваться. В данное время весь у нас можно высшую школу, академию МВД может поступить. С детства я мечтала стать следователем и вообще идти по жизни, идти в органы управления и служить государству Республики Казахстан. Я рада, что в нашем городе проводят такие демонстрационные показательные выступления, на которых я могу посмотреть, набраться опыта, понять то, что да, действительно это мое.